Баранку поедем силовой станции. По правой двери металь машины. Мне жаль остановиться с познанием. Я царь, мой ответ никогда не готов. Я злопамятен, как граф. Я пропал, слава Богу, как говорит. Вслед у меня родинский, а семь родинских. Под моими окнами постоянно дежурит какой-то подозрительный старичок. А все потому, что я слишком много беру на себя. Даже сама себе повторяю, зачем ты столько берешь на себя, идиотка Аня. Как тупая лиса, прохожу по рядам и не знаю. Выбрать вот эти вот полудохлые анимоны или вот эти неприлично мелкие аметиноглазки. И каждый раз такие решения сложно не принимаю. Тоже освещенный. Другого Миши не будет. Другого Феди и мамы его отдаленности парка тоже уже не будет. Поэтому именно с вами целыми днями любимая сосна наклонная, милый клёнок, это моя. Одно стихотворение родные ребята. Похоронили по-человечески, сделали крестик из багетной рамки. Вечером смотрели сквозь занавески на проходящие танки. Страшно, ты ждешь, пока гул удаляется. Но потом нелегко, а пусто. Я и сейчас не знаю, как называется это чувство. Зато в подвале было легко, лампа мигала. Выдавали гуманитарное молоко. Мы ушли из подвала. Заняли свободный двухпост, арматура и спальня, спали себе, свет звезд и воздух присваивали. Я и сейчас не знаю, как называется, но когда закрываю глаза, гул бронетехники удаляется, становится еле слышно, разбиваются голоса. Если бы Борис Чешири, выйдешь в люди и наделаешь мир. Сёстры меняются, рушатся, башни из слоновой кости, стены с бойницами, фехтовальный зал, под ногами проваливаются книги, картины горят, любовь обнуливается, дети любят. Но ты не отчаивайся, вспомни простойкого солдатика. Некоторые в аду не горят, шарики плавятся. Вот того же знаменитого, что Николай Дроган, я вот так и знала, что я возьму книжку в него, да? Дремельда. После голубятни на желтой поляне, в детстве я придумала обмануть свою смерть. Будто явился волшебник в усах и помятых пижаме и подарил взамен дарящую власть поумнеть. Поумнеть не умом, но чем-то более важным, отчего плачут мальчики в сумерках перед сном, видя, как мир сползает в бездонную скважину и выворачиваясь к первым дном. Ведь казалось, что даже Мстислав Запашин на афишах, похожий на бабушку в предмете, хочет рассказать о чем-то тревожном, страшном, но признается в вынужденной немоте. Сквозь деревья буйный свет пропьется, буйный свет холодный, а свет вдруг, статуя плавчихи, бескобольцы, и фонтан, еле заметный круг. 30 лет прошло, глубина в чат, а у меня вдруг, или в более противных местах, попадают все изредка, эти пары ребят, сумевшие переработать страх. Их легко узнать, как ясные цели, слова никогда не покинуты так, витамины, которые они в детстве ели, на многие десятки километров, а здесь, на кордоне, а там тянулся лес на многие десятки километров, за кордон, и небо было. Лес тянулся на десятки километров, и небо на многие десятки километров. Внутри тянулся лес, и зверь на многие десятки километров,
на реку, здесь на кордоне, и на болотах, по городу, десятки километров, и многие десятки километров, на многие десятки километров тянулись в путь десятки километров. Еще Пушкин, вот маленькая сочинение. Просил, да? Пора, мой друг, пора, а твое сердце просто. Летят за ними дни, и каждый час уносит частичку для себя. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и глядя как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и боль. Давно забитая мечтается мне доля. Давно встал рак, на мысль я побег. На битве дальних трудов и чистых.